Водители? У меня были всякие гелики, гелики, вот это все. Вот потом водитель остановился, надоело. Ну, если я подумал, что я водителям их так много, что я все равно плачу. Ну, и даже покупать машину все равно не окуплю. Ну да. Поэтому лучше пусть водители катают меня. Служебные там, ну. А личное тоже из класса. Короче, сегодня мы будем учить силу открывать окна в машине. Все. Так, а мы как будем играть? Пока вы просто, ребят. А я чайку бабью посмотрю. Заодно можно. Хороший смысл. Анастасия Олеговна, соберитесь! Я тебе сейчас заберу чай. С ними тяжело, с ними так просто не прокатит. Так что не расслабляйся. Не, подачу надо подавать. О! Не, с ними можно, можно. Да, да. Нужно даже, я бы сказал. Потому что они так потихоньку, а счет уже там типа... Да. Да, и они еще это выкладывают, потом будут говорить, что... Ну, сместитесь на третью, не знаю. Ну да. Нет, 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 нет! Опять, опять,
Я говорил. Диагональку взять? Уже диагональку взять? Зачем полезли? Там же Костя продолжал. Мы сегодня как раз над этим работали. Найдете? А? Мы найдем сейчас, как поменяться. Смогете отыграться? Нет, давай, может, ты не хочешь отыграться? Ну. Или не сможешь? Да просто я тебе говорю, что сначала недооценил их. С ними тяжело. Они ровненько попадают все время, и счет идет в одну сторону. Вроде прибавляешь, а как... Давай.
Кусок далеки оттуда нельзя, Паш, надо вниз. Вниз. Хорошо, все равно попадать, попадать. Заранее замах. Ой-ой, нет, шагать, 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 шажочек правой ногой. Еще и сопли вешают, да? Вообще кошмар. Тащите, покороче бы. Все, пошла игра. Видел, видел, отлично, отлично. Thank you.
Татьян, брать там такие. Татьян, должны были перехватить. Так, готовится сразу. Ракетка перед собой, готовимся. Готовимся сразу. Откинули, сразу готовимся в защиту.
понять не могут. Что такое вообще?
охота. Не зря. Oh!
подтянуть надо. Правильно? Да. Да они против меня так не играли, блин. Ну что за сетка вообще? Я поставила мальчишка, да? Все, я твой. А там
будет обидно. Да. Все нормально.
Thank you.
Не может, да? Пока. Макс не может. Максим, да, Thank you.
Thank you.
Я держу.
Я пока сказал, что я немножечко устал. Почти.
Thank you.
Сейчас, где-то, 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 где
Я за MC. Хотите? А. Что, какую маленькую? Ну, которая полупустая. Ее забери, а большую оставь. Сколько? На вторую? Да. Да? Да. С 5-7, да? Ну да, да, здесь ничего нету особо. С 5-7. Я прошу, если вы сможете. Тогда, там. Вы с кем будете? Ну, с Сычкой. Ага. Да, они еще там. Да. С вами, Монголии. А, ну да, да, да. Они же на 2 недели. Да. Баня, брат, тут закрылась. Закрылась? На 3 недели, да. Да, есть в этом такая сауна. Да? Так, мы сидели, девочки. Работаем-то мы в разных организациях. А? Работаем-то мы в разных организациях. Ну, дела обсудим, понимаешь? А, ну да. Поэтому что-то... Все делаем. Переговорить к этому. Спокойно. Физическую песню, да, хорошая. Это да. Кстати, предок с большой выбор в бане. Я себе придумал в этом, но я хожу в общественную в этих в Острегу у нас. Я не могу. Там не могу я это могу. Да, это напрягает. Но там собирается правильная тусня. Я готов найти те же люди. Схватить между пилу и надеть крест. Да это напрягает, да. Когда кто-то там что-то бреется, господи, думаю, ну что же ты делаешь? Ну дома что ли нельзя это сделать? Ну такая, там все время одна и та же компания ходит. Поэтому вот бывают индивиды какие-то, залетают туда, вот такие вот. Понятно, да. Все остальные правильно. Всесоюзные, да. Да, они там делают каждые полчаса, делают там каждые 40 минут, делают баню, убирают все, то есть все делают, все там траву, всякие эти прям. Но ты, конечно, это нормально справляется. А так, конечно, бесполезно. Напрягаешь. Мы раньше ходили, у нас там в Серебряном Бору есть, ну, Мишельский спорткомплекс. И там баня, большая очень баня, там нормальный банщик, но он что-то стал филонить. И она часто стала быть занята. Все меняли все, кто любили ходить, там, больницы, ванны, там, еще кто-то, он все время. Ну, потому что, а что, Юрка нормально, пар мягкий, но у нас никого нет. И он там в основном массажем занимается, поэтому у него же переодеваемся, у него же паримся потом. По разведку зашли, поехали. Только самое тяжелое купить, что приехать. У него посвободнее. У нас в нашем банке прям хрен видишь. Наверное, у нас папа работает у вас с Где? Я не знаю, у них кто. А, это. Он косак. Ну, возле Москва-Сити, который. Ну, это я купил в Сане, да. Вот, Красногвардейский проезд. Да. Но она же там, это инкассаторская вся служба. Да. Я там ее делал, и хранилище денег там делал. Да? Шпиридок. Там была был паркинг, заезд паркинг с улицы. Я все это забетонировал там. Броня B5, вот такое отдал. Не помню, как это делал. Ну, не я, звуками, понятно. Ну, придумывай. Загнал туда людей, там запер, все. Сидели. За 3 месяца здание все вынесли. Ага. И внесли заново. Офигеть. Балки там. Таких балки на Париж. Все заново. Бывший бассейн. Я была там, да. Там у нас филиал находится. Да, шарик маленький и круг. А у нас офис в сети. Ага. Тоже своя башня делала. Угу. Тоже я ее делал. Тоже такая тема. Непростая. Что надо пойти помочь? Ты хотел просто обработать. Да нет, ну вроде. Да там, наверное, вариантов-то нету. Почему? Не знаю. Давай точнее. Если да, буду благодарен. Америка, как? Ну это Макс напишет. Ну да, Панюшкин. Ну напишу, да. В инкассаторах он не сам инкассатор, он охранник инкассатора.
как это? Называется как-нибудь? Не знаю. В охране работает, с оружием. В чё? В чё-то? Не в банке. Значит, нет. А я узнаю, кто у нас, потому что ЧОП же тоже я контролирую. Куда не видите? Вы, мне кажется, первый там человек. Ну как нет, когда заместитель, мне кажется, он первый, который всем занимается. Нет, там есть ЧОП самый силовой, а есть ЧОП, который там занимается кассатором и так далее, там разные. Я же говорил, смотрите, мысль до 6 сейчас попадает. Ну, значит, ну, поэтому так и не играет, конечно. Ноги быстрые. Я вот сегодня, вчера ничего не ел. Типа, ну, как, культурный. Минус килограмм сбросил, думаю, хоть побегать. Нифига не помогло. Все равно ноги стоят на месте. Надо сбросить пятерочку еще. Ну, а тут еще скорость другая. И кеды купить по размеру. А что, маленькие? Велики. А, велики. Не, купил, какие были. А что ты Максим не привезешь? А вы скажите, какой размер Максим он привезет? Вот там неизвестно. Вот у меня размер 45 евро. 45? А, по сантиметрам там написано, нет? Не, ты не смотрел? Я смотрел, за 44, там 44. Вот, сантиметр 29. Проблема в том, что они велики. А, да, они велики. Хотя, да, 28, но они еще широкие. Нет, на самом деле я могу вот убрать внутрь, болеть вообще. В общем, так вот в чем дело, вы выяснили кроссовки. Ну да, да, я в них кучу еще сколько. Вот что вы не сказали, то вот все в этом чем. Сейчас я посмотрю, что у вас есть. Держите. Спасибо. А что? Еще. Вот, стоп.